Что это, что это? А это детское пособие. Счетный материал, геометрическая мозаика. 290 рублей. Геометрическая мозаика. Сделана в 2016 году. Очень похоже на то, что мы раньше видели в детских садах. Давайте посмотрим, чем это теперь отличается. Упаковка стандартная для некоторых товаров питания, например, для майонеза. Но, как вы видите, здесь совсем не майонез, а детская мозаика, детский счетный материал. Предполагается, что ребеночек сам должен этим материалом пользоваться. Посмотрим, насколько это реально. Первое, что нужно сделать, это открыть упаковку. Еще ни один ребенок у меня с этим не справился. Никто не смог открыть сам. Может быть, это и к лучшему, потому что детальки довольно мелкие. Кто знает, что придет малышу в голову. Попробую открыть я сама. Открывается вот здесь, так же, как майонез любой открывается. Вот она баночка. А что же в баночке? А в баночке у нас шпаргалка, такая записка. Специально объяснение, что же нужно делать со счетным материалом. Как строить игры. Вся эта записка укладывается вот в такую маленькую ленточку. Сейчас все посмотрим по порядку. Ну что, начинаем? Вот перед вами весь материал, который содержит эта замечательная, чудесная, чудотворная коробка. Предлагается вот такая инструкция. Обучающие игры. Предлагают сразу производитель. Сосчитай количество фигур, определи отличие фигур, собери предмет из нескольких фигур, определи цвет фигуры. Определить цвет фигуры немножко проблематично. Например, вот этот цвет для ребенка, на которого рассчитан данный материал, не является таким основным. Да? То есть это уже особый цвет, уже гамма такая. Это не красный, желтый, зеленый, и голубой, синий, фиолетовый, а все-таки что-то такое сиреневое. Надеюсь, камера передает, что это сиреневое. Но, тем не менее, хочется это пособие похвалить. Предложены, конечно, какие-то картинки, которые можно собирать. Предложены. Замечательно. Самая простая из этих картинок, как вы думаете, какая? Вот сразу скажу, это не птичка и не рыбка. Это паровозик или это домик. Паровозик очень любят мальчишки собирать. Посмотрите, сколько сразу мы делаем дел одновременно при помощи этого замечательного пособия. Несмотря на то, что оно явно сделано из отходов. Давайте, кстати, посмотрим, из чего оно сделано. Так, прямоугольник 15 штук, квадрат 15 штук. Это все нам понятно. Сам материал, срок годности не ограничен. И материал пластик. Ну, будем считать, что это качественный пластик. Дата, возраст 3,5 года. Вот здесь, видите, 3,5. То есть от 3 лет. Потому что до 3 лет, понятное дело, дети глотают мелкие предметы. Не все, конечно, но некоторым это в голову почему-то приходит. Честно говоря, бывает и взрослые глотают предметы, мелкие и крупные. От этого не застраховаться. Но производитель обязан нам сообщить, что до 3 лет нечего делать с этим прибором. Но я вам скажу так, под присмотром мамы, аккуратной и внимательной, все-таки начинать работать с этим материалом можно и нужно. Почему? Уже до 3 лет или хотя бы в 3 года с небольшим мы начинаем считать с ребенком до 5 туда и обратно. Мы берем, например, оранжевые шарики, выкладываем их, оранжевые кружочки, и считаем 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Это то, что ребенок к 3 годам должен делать спокойно. Более того, многие дети уже умеют сделать то же самое с 10 кружочками. У меня шарики и кружочки. Сейчас посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Этот лишний. Все, 10 кружочков мы выбрали. Ребеночек интересно. Во-первых, оно на ощупь очень приятно. Знаете, вот такое ощущение, когда я была маленькая, нам доминушки вкладывали в рукавички, когда мы матрешек изображали. Вот такие же точно были. Они прям вот приятные-приятные, правда-правда. Стоит недорого, 290 рублей всего, как мы с вами посмотрели. Задач масса. Во-первых, вы можете взять любую производную картинку и попросить ребенка отобрать нужное количество деталей. Посмотрите, сколько он выполняет задач. Во-первых, ему нужно соотнести рисунок, кружочек на рисунке с кружочком реальным. Да? Ему нужно найти. Более того, некоторые дети, даже все дети, пока не объяснишь, выкладывают, я буду колесо делать, ставит колесо,
Потом берет, видит, что над колесом какой-то элемент, начинает рыть этот элемент. Предлагаю детям сразу взять вначале все кружки, которые необходимы для этой поделки. Посчитай, пожалуйста, сколько нужно кружков. 1, 2, тые, как правило, считают дети, еще не умеющие правильно говорить. Посчитали, а теперь выбери необходимое количество кружков. Никогда не было такого, чтобы ребенок взял вместо кружка вот этот пятиугольник, шестиугольник. Он выбирает 4 кружочка. После этого мы ему говорим, а какие еще фигуры здесь есть? Треугольник, прямоугольник, квадрат, он уже знает. Он сразу скажет, квадрат. Прямоугольник, они не очень любят длинное слово, но шестиугольник подавно они не любят, еще длиннее слово. Квадрат. 1, 2, 3, 4, 5, 6 квадратов. Точно 6? Посчитай. Он опять считает. 1, 2, 3, 4, 5, 6 квадратов. Бери 6 квадратов. Ребеночек отбирает 6 квадратов. Делает это медленно. Я немножко побыстрее, уже не ребеночек. 4, 5, 6. 6 квадратиков он отбирает. Затем, для того, чтобы нам строительство паровозика произвести, нужны еще прямоугольники. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 прямоугольничков выбирает ребенок. Вы ему, конечно, помогаете и вместе с ним считаете. Часто дети считают так. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, то есть невнимательно. Внимательно ему помогать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И еще один будет 7. 7. Все ли фигуры мы взяли, которые нужны? Да, говорит ребенок. На самом деле нет. Внимание обращайте. Кружочек, кружочек. Треугольничек. Где треугольничек? А нету. А сколько нужно треугольничков? Считай, считает. 1, 2, 3. В этот момент ребенку становится скучно, потому что все считает, досчитает эти треугольники. Если вы еще не выбрали этот несчастный шестиугольник, пусть он пока лежит. Если ребенок этого не заметил, начинайте уже строить. В конце можно будет его добавить. Но то, что это оптимальный вариант для того, чтобы ребенок разобрался с простыми геометрическими фигурами, с простыми цветами, которые можно добавить. Да, например, достань мне 4 оранжевых фигуры геометрических. Вот он полез искать, какие же фигуры. И скажи, какая это фигура? Это круг, говорит ребенок. Совершенно правильно, совершенно верно. Начинаем строить, выкладываем колесики с ребеночком. Они часто не любят, но видят сразу, что над колесиком идет квадратик. Берет квадратик, ставит квадратик, тянется за вторым, потому что один на одном. И тянется за треугольничком. Посмотрите, какая красота получается. Искомый последний наш шестиугольник. Спрашиваем ребеночка, все ли правильно, все ли мы сделаем? Он говорит, да. А ты говоришь, нет, неправда, не да. Потому что не хватает пятиугольника. Эту фигуру ты плохо знаешь, но вот она такая. Видишь, много-много уголочков. Мы ставим, это дым. Дым, говорит ребенок. Таким образом произносится еще короткое слово с закрытым слогом. Просто прекрасно. Вот такой получается паровоз. Совершенно верно. Отличное пособие. Логопед рекомендует 100%, дети его любят однозначно. Кроме этих фигур, можно чем еще заниматься? Во-первых, это очень трудно поднять со стола. То есть это нужно, они очень плоские, тоненькие. Ну сколько тут, наверное, 1,2 мм всего толщина фигурок этих. Он может фантазийно делать все, что угодно из этих фигурок. Не позволяйте, конечно, ребенку разбрасывать это все по полу, но обязательно просите ребенка помочь это собрать. Вы можете заниматься счетом, вы можете складывать квадратики и складывать кружочки. Например, у меня 2 квадратика, а у тебя сколько геометрических фигур? Он посчитает, скажет 3. Больше у тебя или меньше? Где много, а где мало? Можете добавить еще. Где много, где мало? Работы очень много, всякой разной, разнообразной здесь с этими вещами. Ну, есть вот треугольники, из которых можно собирать другие геометрические фигуры. То есть фантазии нет предела. Что хочешь, что есть. Здесь и парусники, и все что угодно можно собирать. Поэтому рекомендую замечательный методический счетный материал «Геометрическая мозаика». Если вам попадется, берите смело, не раздумывайте. Когда я встретила этот материал в магазине, честно говоря, у меня были сомнения, потому что цена не самая маленькая, видно, что деталей не так много, понятно, что чем-то можно заниматься. Я взяла только по одной причине, потому что
это было уж очень похоже на то, что когда-то у меня было в детском саду, в моем детстве. И я не ошиблась. Рекомендую. Лайк.